Но прежде я хотел бы принять те вызовы, которые были от Берни и от Рэя. Рэй звонил в то время, как я ездил в магазин. Роман звонит, отлично. Нет, почему? А репутация вниз, он скоро такси не будет давать уже. Уже, наверное, не будет. Мне кажется, если я сейчас позвоню. Ну и ладно. Как-нибудь сами справимся. Ну уже, Берни, Рэй, звоните. Возможно, Берни хотел просто опять поразвлечься. Тогда это не важно, звонок. А вот Рэй что звонил? Он же меня видел у Джимми Пегарино. Интересно. Он звонил в то время, когда я ездил за броней. Ну вот, Берни звонит. What's up, Bernie? I wanted to give you something to say thank you for me and Bryce. Well, he doesn't know I'm giving you this, but he gave it to me, so it's technically from him. What is it? This car. Enjoy! I only power walk to take cabs, so I figured I should pass this on to my savior. Thanks, man. I appreciate that. Don't mention it. What we've got is worth more than money. Нет, ну это хорошо, конечно. Где же машина? Ладно. Сгоняем к Берни после того, как выполним задание у Джимми. Тут, наверное, будет серьезное задание, поэтому нужно сосредоточиться пока что на нем. Снова же жёнушка. Who you waving at? Feds, I think. They always drive past it this time. Does that worry you? When you marry a dragon, you gotta expect a few knights are gonna turn up to try to slay him. Jackasses, all of them, all of you. Nice talking with Whatever. You. You have fun. Pick a swell guy to kill. Hopefully someone with a young family who really miss him. Hey! Hey! Is Mr. Pegorino around? Sure. Телохранитель у него, конечно. Anthony, will you shut up? In fact, will you fuck off? Go on, get out of here. Don't come back till you get a brain implant or something. I'm sorry. It's nice to see you, Nico. You too. I got a couple of things I want to talk to you about. First up, can you kill this shithead? Sure. Second, come in here. Oh, fuck. So, listen. We got a bit of a problem with the Pavanos. Yes, I noticed that at your meeting with them. The way they look at us, we're bottom feeders. Always have been. We ain't a real family to them. Just a bunch of Guernsey Goombas. When things are cool, we're getting fucked. I'm sorry to hear that. Sure. Listen, some of their boys are in town today. Gonna collect their piece of an Alderney bookie ring. Where it is, they're at the diner in Acton. Find them and follow them to the meet. You disrupt it, and I'll let you keep the money. But make sure you hit the Pavanos real hard! Кабиш? Yeah, кабиш. Thank you. Кабиш. Ну, Павано, держитесь. Нико Белик едет к вам. Закусочная. Хорошо. Закусочную так закусочную. Нико, по-моему, уже без разницы, где и кого убивать. Столько уже смертей на его душе. Рекорд сталь. А машинка классная, кстати. На которой едем сейчас. Ну что, вливаемся в итальянскую мафию по полной. С помощью ирландцев, как это ни странно. Но мы попали. Пока что не в клан, но что-то похожее на это. Пегорино, возможно, скоро станет крестным отцом. Мистер Пегорино. Дон Пегорино. Ну, как звучит? Так, ладно. Именно Доном я хотел сказать, а не крестным отцом. Закусочная, да? Ну, закусочная, так закусочная. Ну, берем всех, кто там. Без проблем. Нико Белик. Убийца по вызову. Звучит, как вы думаете? Ну, по мне так даже еще как. Давай. Приехали. Ох, толстяк, а. Сейчас пузико-то тебе укоротим. А жир-то у тебя выльется. Вот эта машина. I think that guy works for the Pegorinos. God, they must be desperate. Let's lose him on the way to the meet. А я задом стою, молодцом. Я, конечно, вообще круто. Извините, бандита, Павано. А я догоню, что уж там. Что уж там. Попытаюсь. Мастер водила. Ох. Ой-ой-ой-ой-ой. Ответка. А убивать-то их можно, нет? Ну, если они красным выделены, значит, можно. Что вы творите, падлы, блин? Хрена себе, они бешеные вообще. А! Черт. А
ошибся. Ладно, не страшно, догоню сейчас. Уничтожьте их всех. Окей. Гранатки не хотите? Лови! Блин, полиция. Там остался-то один, по-моему, да? Так, я думаю, нужно уехать от полиции сначала, потом добить его. Быстро, 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 быстро налево. Черт, машина дымится. Ну давай, пропадай. Все, назад. Ох, машина, жесть. Попали меня хорошо так пару раз. Все, возвращаемся и добиваем. Один там остался, бандит. С помощью гранаты мы легко с ними разобрались. Слишком много машин. Это их ошибка была. Это фатальная ошибка, которая привела к многочисленным взрывам, и вследствие чего все погибли от одной гранаты, как я и говорил. Сюда же нам, нет? Он на машине, ё-моё. Ну вот и все. Он за мной поехал. Ха, ну молодец, что я могу сказать. Правильный был человек. Облегчил мне задачу. Хм. Круто. Не пришлось мне за ним ехать. От полиции сейчас скроемся второй раз, и все замечательно будет, да? Все. Задание выполнено. Фил теперь появился у нас. Полиция, он стоит и не видит, да, ничего. Окей, снова. Нет, я же хотел к Берни, да? Фил и Джерри подождут. Поехали к Берни. За крутой тачкой. Наверняка крутая тачка там, ну я надеюсь. У его парня, блин, как это ни странно звучит. Вот и Рэй звонит, ну-ка. Так, 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 Рэй, что задумал? Что значит? Мне тоже кое-что причитается, а? Как бы это не подвело Ника. Ну или его брата Романа, который все время страдает из-за этого. Опа, случайная встреча, ну-ка. Кто там у нас? Опять та девушка? Похоже на то. По крайней мере, жива. Незаметно. Where's home? The Midwest.
It's pretty boring, but this is no life. I mean, look at me. I was a fucking cheerleader once. Hey. Come on. Let's go. I gotta get to Grand Eastern Terminal. Поехали. Ника все-таки добрый человек. И Марни это только доказывает. Точнее, ситуация с ней. Садись уже. Нечего тебе сделать, делать здесь, в этом городе. Like that, did it? Well, some producer discovered me, but I didn't exactly end up in a Vinewood movie. I ended up with a two-bag-a-day habit and videos of me doing shit I hadn't even heard of on the internet. Motherfucker. I think it's up when we get off the bus. Girls and guys. Wish I'd known that before I got here. I wish you had too. Да. Непростая судьба. Подсадили ее искусственно на эту хрень, и из-за этого все и началось, да. Про что она и рассказала. Все, больше ни слова, да, но скоро уже на вокзале будем. Сама бы добралась на такси. Видимо, не могла решиться, а тут Ника, и все, и вспомнила, что он ей помог. Сразу порыв такой душевный. Нужно пользоваться этим. Поэтому быстренько-быстренько ее отвезли, и хорошо. Минус $500, а? Зашибись. Миссия, да? В убыток себе. Ладно, $500 не жалко, у нас намного больше. Ника дал Марни $500. Неплохо так. Надеюсь, ей хватит. Чтобы... на первое время хватит. Паки. Какие планы, Ника? Я собираюсь пить, трахаться, грабить и нюхать кокс. Давай встретимся. Да пошел ты, святой Патрик. Да не, нормальный чувак просто. Я не хочу это. Ни с кем налаживать искусственно взаимоотношения, чтобы получить разные плюхи. Не хочу. Реально, просто не хочу. Здесь это однообразно, скучно и неинтересно. Я вам все показал, и дартс, и пул, и боулинг, и шоу, и стриптиз, так что не стоит, наверное. Так, он с газета. Гравелли. Он мне может помочь с поиском. Сами знаете кого, да? Дарко Бревича. Ну, значит, нужно поехать туда. Но сначала к Берни. Мы уже давно к нему хотели заехать. То есть не к нему, а, видимо, там машина стоит, да? Ну-ка. Ну-ка. Перелезем через забор. Ох ты, красавица-то какая. О, да. Кейт звонит. Nico, I've been invited to your cousin's wedding. I didn't think you guys knew each other. Nor did I. He called me up and said that you really liked me and wanted me to be there. Красавчик, Роман. I guess it is. I'll see you at the wedding then. А, Роман, а, молодчик. Что могу еще сказать? Все-таки позвонил ей. Ах, Инфернус. Вот это точило, а. Ой, ё-моё, она бешеная просто, ребят. О-хо-хо, на ней только гонки гонять. Я ей все раздолбал уже сразу. Нужно ее оставить поблизости где-нибудь дома. Вот здесь, допустим. Поедем потом к Джеральду в тюрьму. Вот эта тачка, а. Вот это, мать её, тачка. Офигенская машина. Я даже боюсь на ней пол, педаль в пол делать, потому что... буквально снесет башню. Но такая машина не должна простаивать, поэтому давайте попробуем на мосту здесь рвануть. Тихо. Бабам. Ладно, скользко, не страшно. Хорошо, что машины чинятся, когда их оставляешь припаркованными дома. Ну и выходишь и заходишь в игру, они оп, и целые, невредимые. Хорошая фишка. Не из реальности, но тем не менее. Мне она нравится. Ах, красавица.
Ха, как открывается дверь, а? Так, ну а мы поедем. Блин, там полиция. Джейкоб. Что? Отлично, зашибись. Спасибо! Он в меня стреляет, ну. Полиция! Давайте посмотрим, кто кого. Полиция или этот парень? Полиция. Просто застрелили человека на улице, да? Который просто, ну, уличная драка вроде как. Да, убили человека. Копы, вы наши, все. Они уехали? Нет, там чувак стоит. Блин, ну что ты тут встал? Ну отойди! Да. Ну а как иначе? Он стоял тут, глазел. Почему его напарник уехал, а он остался? Не знаю. Приглядывать за трупом? Возможно. Едем мы к Джерри. Да, машинка классная. Не зря мы на Берни выполняли задание. Однако что? Ну а что же Джеральд? Что, как у него там в тюрьме дела? Исправительная колония, значит. Поморгал мне зачем-то. Полиция там, что ли? ГАИ? Во, вот интересно, будет ли за превышение скорости там штрафовать и так далее в GTA 5. Ух, было бы прикольно. Жаль, что только пока на консолях. Но дождемся и на персональном компьютере, думаю, через год максимум. Может быть, уже через полгода. Посмотрим, сподобится ли портировать на ПК. Ну, самое смешное, что это вроде же как от пиратства все, но на торрентах уже давно в свободном доступе есть взломанная GTA 5 для PlayStation и для Xbox. Так что борьба с пиратством как-то не удалась. Хотя, конечно, они меньше потеряют денег, если бы на ПК выпустили тут. Все бы пиратели практически, ну, кроме людей, которые действительно покупают игры, допустим, как я. Ну, это с недавних пор. Раньше тоже только пиратил, и все. Покупаю я их лишь для того, ну, не лишь для того, ну, и чтобы денежка разработчикам пошла, ну, и чтобы на канал пройти. Как без этого? Так, мы здесь, да? Нас пропустят? А вот он, Джерри. Yeah, I'm okay. I'm sorry about your brother. Me and Francis were never exactly close, but he was my brother, and it hurts. Poor bastard. He believed in something once. That's a hell of a lot better than me, I guess. Fuck, I'll miss him. How are you? In here. Fine. Time of my life. Goddamn time of my life. What you up for? A lot of things. Racketeering, armed robbery, bunch of shit I never did, because I was always a well-behaved family man who occasionally liked to drink, but nothing more. Of course. Like us all. Like us all. But the thing is, I think I should make some changes in my life. Stop with the drink. Put it down. Stop hanging out with the wrong sort. Can you help me do that? It is a final chance at redemption. Look, whatever you want, I will do my best to help. Good. Give Packy a call. He'll explain what, I need guidance with the most. The areas where I have strayed furthest from the path. See ya. Ну и смысл был в этом, Паки не мог сам позвонить. Your brother told me to call you. Jerry wants us to kidnap old man Ancelotti's daughter. Some fake tan, dyed-haired, Guido-loving slut by the name of Grace. She's selling her tasteful pink filter on autoerotica at the moment. Get online, organize a viewing, and snatch that bitch. When you got her, bring her to a place we got on an alleyway off Sacramento. I can do that. You can do anything, Nico. Don't let her on that you're kidnapping her near her place, though. Play along with a test drive for a while to get her out of there. It's a real mobbed-up area, and they'll come down on you damn heavy. Aren't you going to help? One of my fucking brothers just got shot, and another one's in the pen. Someone's gotta be with my mom. Найдите компьютер, да? О, это будет интересно. Машина, где моя? А сюда можно попытаться ворваться. Баловался, я помню, здесь. Полиция, да, едет? Отлично. Ай, красавцы, просто красавцы. Ближайшее интернет-кафе у нас здесь, но я сначала, как всегда, куплю броню.
А та девочка, по-моему, если мне не изменяет память, будет мешать нам вести машину. Это будет муторно, потому что это будет неудобно. Но я не помню, честно, подробностей. Может, я ошибаюсь и с чем-то путаю. Но что-то подобное было. Может быть, не в этой игре, но было. Ладно. Сейчас приедем в интернет-кафе, зайдем на тот эротический сайт и пригласим ее покататься. Тачка нужна, по-моему, там крутая, да? Наверняка. Это так. Поедем к ней. Отвезем ее подальше от дома. Потом на хату поедем, и все будет зашибись. План вроде бы простой, но каково его исполнение этого плана? Так же ли? Легко? Как на первый взгляд? Увидим. Но нам в интернет нужно зайти. Машин дофига, блин. Сначала только броню купить, потом в интернет. Все, зашибись. Броник тащит. Броник тащит. Где моя машина? Вон она стоит. Так. А вот интернет-кафе. Эктор. Район Эктора. Ух. Ну, здесь зайдем тогда. На этот эротик и нолка, как там? В общем, сейчас узнаем. Двадцать два письма! Щелкните по ссылке в объявлении о продаже машины или введите адрес. Автоэротикар. Щелкните по ссылке просмотра машин. Смотреть машины. Найдите розовый фельдсер. А, вот оно что, автоэротикар. Вот оно почему, как так называется. Все, номер есть. Ага, розовая машина, это да, что-то помню подобное. Давайте почту посмотрим. Снижение веса. Это спам. Пароль успешно изменен. Вы выиграли лотерею. Тоже спам всякие тут. Деньги ждут вас. Господи, не удаляйте это письмо. Сколько спама. Роман, отличные новости. Мэлори согласилась выйти за меня. Я так счастлив. У меня будет настоящая семья. Даже не верится. У нас, конечно, были трудные времена, но она меня никогда не подводила. И как только я прекратил изменять ей, все наладилось. Жду не дождусь, когда мы поженимся. Завтра. Правда, теперь уж никакой групповухи. Брюси тоже будет скучать по твоей групповухе. Привет, это Марни. Хотела поблагодарить тебя. Ты мне жизнь спас. Помнишь меня, наркоманка, которую ты выручил? Я вернулась домой, у меня все в порядке. Я завязала. Хожу на собрание, готовлюсь поступить в колледж. Хочу стать психиатром. Даже не верится. Выясню, наконец, почему я такая психованная. С тех пор, как я вернулась, у родителей все хорошо. Мой бывший парень мне не звонил, так что мне не о чем беспокоиться. Все просто замечательно. И это благодаря тебе. Ты самый лучший. Ты заходишь на myroom.com, надеюсь. У тебя все в порядке, и пусть все твои мечты сбудутся. Рад, что у тебя все наладилось, Марни. Береги себя, удачи тебе в учебе. Надеюсь, как получишь диплом, расскажешь и мне, почему я такой псих. Нико. Объединенная свободная газета. Это твой старый друг. Хотел бы поблагодарить тебя за помощь. Моя компания очень рада сотрудничать с тобой. Держись подальше от всяких неприятностей. И один совет. Люди из Олдерни, с которыми у тебя дела, идиоты. Им нельзя доверять. Я знаю тех, кто тебе поможет. Где тот, кого я ищу? Милика Беллик. Мой дорогий сыне, я знаю, Роман женится. Я так за него рада. Я слышала, ты тоже встречаешься с девушкой. Ты не хочешь закрепить ваши отношения? Как бы мне хотелось побывать на свадьбе. Удачи, сынок. Я так горжусь вами обоими. С любовью, мама. Милика Беллик. Мой дорогой сынок, я вспоминала тебя и решила написать. Получила письмо от твоего двоюродного брата. Он говорит, что ты опять встретил Флориана Кравича. Он стал профессиональным борцом, как хотел. Флориан всегда был странным мальчиком. Роман пишет, что в его жизни появилась девушка, и что, кажется, у тебя тоже кто-то есть. Мы живем по-старому. Пассивы всходят, страна идет ко дну. Британцы скупают у нас дома, в которые никогда не приезжают. Политики не могут договориться, а мы только надеемся, что что-нибудь изменится. У меня хорошая память. В жизни у нас менялись только проблемы, никогда у нас не было ни свободы, ни демократии. Иногда мне кажется, что это и к лучшему. Наверное, в Америке сейчас многим не сладко приходится. Ладно, как-то я без выражения стал читать. Когда-то американцы были всеобщими любимцами, и сейчас их презирают. По-моему, президент Лоутон просто дурак. Ты видел его вживую? Роман говорит, что вы получили какую-то престижную награду, и у вас есть влиятельные друзья. Дорогая мама, спасибо за письмо. Тут у меня все хорошо, не волнуйся. Хочется, чтобы Роман перестал витать в облаках и вернулся на землю. Он по-прежнему притягивает к себе всякие неприятности. Не знаю почему. Он познакомился с прекрасной девушкой, это правда. Но остальное вранье, за исключением Флориана Кравича. Мы встречались с ним, он сильно изменился. Очень сильно. Брюси! Почему там нет моих фоток? Что за новости из светской жизни без Брюси? Я уже 1000 раз отправлял фотографии своих тренировок. Я суперзвезда, у меня нет равных. Они печатают какое-то тюрьму про мистера 2.0 Тони МакТони. Мать его. Мистер метр с кепкой Тони МакДохляк. Девчонкам неинтересны карлики с дряблыми мышцами, как из мягкого сыра. Пускай попробуют выжать 200 кило прессом. Я тут VIP и никто другой. Да, я поимел больше моделей, чем сама Булимия. Папарацци утратили нюх. Да, нам надо покататься по клубам и обнажить свои клинки перед светскими сучками. Вперед, пока.
После 8, но не позже 9. В четверг, еще через 2 дня. У нас будет время, ребят, будет время. Ну а пока нужно домой, наверное, сохраниться. Нужно будет попробовать встретиться с этой девушкой из интернета. Правда, меня Кейт, ну, Ника, то есть, убьет за это. Наверняка. Хотя ведь, ну, по моей игре у них нет никаких отношений. Но по сюжету, конечно, есть. Так что не будем спорить с игрой. Ух, как я подрезал хаммер. Не будем спорить. И доверимся сюжету. Ну что ж, эта миссия довольно-таки интересная будет, наверняка, с этой девочкой. К сожалению, она дочь Анчелоти. И невинная, по сути, дитя пострадает. Дитя. Уже не дитя, уже взрослый человек. Пострадает. Здесь. Вышли через интернет на нее, да? Вот так вот, аккуратнее, ребят. С интернетом. Давай же. Пока, я дойду домой пешком, до дома пешком дойду. Ах, красавица наша стоит. Инфернос. Ладно, нужно отдохнуть. С вами попрощаюсь, ребят. Оставляйте дельные комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока. Всем привет, с вами вновь развлекательный канал S&G, меня зовут Александр, и мы продолжаем проходить GTA 4. Снова отправляемся к Джимми, а че. Но прежде, я хотел бы принять те вызовы, которые были от Берни и от Рэя. Рэй звонил в то время, как я ездил в магазин. Роман звонит, отлично. Нет, чё? А репутация вниз, он скоро такси не будет давать уже. Уже, наверное, не будет. Мне кажется, если я сейчас позвоню. Ну и ладно. Как-нибудь сами справимся. Ну уже, Берни, Рэй, звоните. Возможно, Берни хотел просто опять поразвлечься. Тогда это не важно, звонок. А вот Рэй что звонил? Он же меня видел, Джимми Пегарино. Интересно. Он звонил в то время, когда я ездил за броней. Ну вот Берни звонит. What's up, Bernie? I wanted to give you something to say thank you for me and Bryce. Well, he doesn't know I'm giving you this, but he gave it to me, so it's technically from him. What is it? This car. Enjoy! I only power walk to take cabs, so I figured I should pass this on to my savior. Thanks, man. I appreciate that. Don't mention it. What we got is worth more than money. Нет, ну это хорошо, конечно. Где же машина? Ладно. Сгоняем к Берни после того, как выполним задание у Джимми. Тут, наверное, будет серьезное задание, поэтому нужно сосредоточиться пока что на нем. Снова же жёнушка. Who you waving at? Feds, I think. They always drive past it this time. Does that worry you? When you marry a dragon, you gotta expect a few knights are gonna turn up to try to slay him. Jackasses, all of them, all of you. Nice talking. Whatever. You have fun. Pick a swell guy to kill. Hopefully someone with a young family who really miss him. Hey! Hey! Is Mr. Pegorino around? Sure. I'll get... Телохранитель у него, конечно. Anthony, will you shut up? In fact, will you fuck off? Go on, get out of here. Don't come back till you get a brain implant or something. I'm sorry. I'm nice to see you, Nico. You too. I got a couple of things I want to talk to you about. First up, can you kill this shithead? Sure. Second, come in here. Oh, fuck. So, listen. We got a bit of a problem with the Pavanos. Yes, I noticed that at your meeting with them. The way they look at us, we're bottom feeders. Always have been. We ain't a real family to them, just a bunch of Guernsey Goombas. When things are cool, we're getting fucked. I'm sorry to hear that. Sure. Listen, some of their boys are in town today. Gonna collect their piece of an all-day bookie ring. Where it is, they're at the diner in Acta. Find them and follow them to the meet. You disrupt it, and I'll let you keep the money. But make sure you hit the Pavanos real hard! Capish? Yeah, capish. Thank you. Capish. Ну, Павано, держитесь. Нико Беллик едет к вам. Закусочная. Хорошо. Закусочную так закусочную. Ника, по-моему, уже без разницы, где и кого убивать.
Столько уже смертей на его душе, ну. Рекорд ставим. А машинка классная, кстати, на которой едем сейчас. Ну что, вливаемся в итальянскую мафию по полной. С помощью ирландцев, как это ни странно. Но мы попали. Ну, пока что не в клан, но что-то похожее на это. Пегорино, возможно, скоро станет крестным отцом. Мистер Пегорино. Дон Пегорино. Ну, как звучит? Так, ладно. Именно Доном я хотел сказать, а не крестным отцом. Закусочная, да? Ну, закусочная, так закусочная. Ну, берем всех, кто там. Без проблем. Ника Белик. Убийца по вызову. Звучит как, думаете? Ну, по мне так даже еще как. Давай. Приехали. Ох, толстяк, а. Сейчас пузико-то тебе укоротим. А жир-то у тебя выльется. Вот эта машина. I think that guy works for the Pegorinos. God, they must be desperate. Let's lose him on the way to the meet. А я задом стою, молодцом. Я, конечно, вообще круто. Извините, бандита, по вану. Но я догоню, что уж там. Что уж там, попытаюсь. Мастер водила. Ох. Ой-ой-ой-ой-ой. Ответка. А убивать-то их можно, нет? Ну, если они красным выделены, значит, можно. Что вы творите, падлы, блин? Хрена себе, они бешеные вообще. А! Черт, ошибся. Ладно, не страшно, догоню сейчас. Уничтожьте их всех. Окей. Гранатки не хотите? Лови! Блин, полиция. Там остался-то один, по-моему, да? Так, я думаю, нужно уехать от полиции сначала, потом добить его. Быстро-быстро-быстро-быстро налево. Черт, машина дымится. Ну давай, пропадай. Все, назад. Ох, машина, жесть. Попали меня хорошо так пару раз. Все, возвращаемся и добиваем. Один там остался, бандит. С помощью гранаты мы легко с ними разобрались. Слишком много машин. Это их ошибка была. Это фатальная ошибка, которая привела к многочисленным взрывам, и вследствие чего все погибли от одной гранаты, как я и говорил. Сюда же нам, нет? Он на машине, ё-моё. Вот и все. Он за мной поехал. Ну, молодец, что я могу сказать. Правильный был человек. Облегчил мне задачу. Круто. Не пришлось мне за ним ехать. От полиции сейчас скроемся второй раз, и все замечательно будет, да? Задание выполнено. Фил теперь появился у нас. Полиция. Он стоит и не видит, да, ничего.
Окей. Снова... Нет, я же хотел к Берни, да? Фил и Джерри подождут. Поехали к Берни.